Я вот тут подумала, а почему бы не придумать прикольное приветствие на моем канале? И вот что из этого вышло. XX, с вами Беливикс. Ну а сегодня мы продолжаем нашу новую рубрику. И сегодня проведем мейкап-туториал. И я вам покажу, как превратиться из девочки Алисы в дочь мумии Клео Данил из Monster High. Погнали! Так как после лета прошло 2,5 месяца и с меня спал загар, то сначала бы надо нанести тональный крем на лицо, чтобы оно стало темней. После этого коричневым карандашом рисуем брови. Далее наносим фиолетовые тени на верхнее веко. И также чуть-чуть наносим на нижнее веко коричневые тени. Рисуем двойную стрелку черного цвета в духе Древнего Египта. На правой щеке под глазом рисуем карандашом красивый голубой бриллиант. Потом подкрашиваем ресницы черной тушью. Красим губы помадой насыщенного бордового цвета. А потом еще подкрашиваем красным цветом. А теперь финальный момент. Одеваем парик. Парик – это распущенные черные волосы с челкой и золотыми нитями. А также потом еще и одеваем ободок. В ее наряде есть топик с голубой вуалью и крутой комбинезончик. Что ж, я надеюсь, вам понравилось мой мейкап-туториал. Напишите в комментарии, как вам мое перевоплощение. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. Следите за новостями моей страницы и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Всем пока-пока!